В адрес ахтубинских медиков сегодня звучали многочисленные поздравления. Им также вручали награды. Почетные грамоты от областного Минздрава, благодарственными письмами труд врачей, медицинских сестер, фельдшеров, других сотрудников больницы отметило руководство администрации района. Каждый год в этот, я не могу сказать, святой день, мы чествуем вас. Учитывая все-таки, что человеческая жизнь – это самое ценное, то, что есть на земле, и вы находитесь на страже этих ценностей. Помимо своих профессиональных навыков, вы еще по роду своей деятельности обязаны быть психологом. А для многих, наверное, становится еще и самыми близкими. Заменяете маму, папу и родных. Бывают пациенты, которые не совсем в сознании поступают к нам. И мы стараемся, чтобы они чувствовали себя и комфортно, и помогаем им, чем мы можем, ухаживаем за ними. В Центральной районной больнице я работаю с 2008 года. До этого я работал в больнице Водников в Петропавловке. Там начинался мой трудовой путь. В медицину пришел не случайно. Но я из семьи потомственных медиков. Моя мама была акушер-гинекологом, главным врачом той больницы. Брат, наши жены, моя дочка врач. Так что у меня большая гордость за нас, большая радость. Наша специальность называется лечебно-профилактическая. Сюда входит и диспансеризация, и прививки, и медосмотры. И даже просто вот поговорить с человеком, как сохранить свое здоровье. Еще ряд поздравлений прозвучало от руководства городской администрации, местных депутатских корпусов, представителей ГЛИЦ имени Чкалова. Глава Ахтубинской епархии епископ Антоний говорил медикам о важности их труда. Настоящие врачи лечат и тело, и душу. В ответ звучали поздравления. День рождения владыки совпал с прекрасным торжеством. Теплые пожелания медики адресовали друг другу, просили беречь себя в эти непростые современные будни. Были и подарки от всей души и доброго сердца. Я помощник главы Чеченской Республики на территории Астраханской области. Я медработник, работаю на скорой помощи. И сегодня решила поздравить своих коллег, пожелать им удачи и чуть-чуть поддержать их. Я работаю в этой больнице 32 года. Работа очень трудная, но благородная. Особенным моментом этого праздника стало вручение удостоверений и нагрудных значков. В ряду почетных доноров пополнения спешить на помощь, чтобы продолжить чью-то жизнь, стремятся многие. Особенно это близко медикам. Я с 2007 года являюсь донором. В медицине, проработав много лет, я поняла, что как это важно – спасти, помочь спасти жизнь другого человека. Помощь людям оказывать, прежде всего. Каждому нужна кровь, может быть, понадобится. Мало ли, люди попадают в разные ситуации. Поэтому для меня нетрудно. У меня мама была и есть почетный донор, да, и отец. Поздравляю с наступающим праздником всех медицинских работников. Всех благ, здоровья, счастья, успехов. Украшением праздника стала концертная программа. Яркие танцевальные и вокальные номера медикам подарили лучшие ахтубинские артисты. Татьяна Фомина, Сергей Вакула, Татьяна Дубинина. Ахтубинск ТВ.